идет работа, у меня получается снять, что происходит, не в конце рабочего дня. Вот смотрите, кто-то красит, кто-то не месит, а здесь я вам чудо-мотоцикл покажу. Еще его не видели, вот у нас новый продукт, вот такой, вот так он выглядит, колеса, это мотоцикл «Дикий кот». Кот, видите, вот так он, глаза выпученные. Ну, скоро будем красить у него. И какие у него мощные двигателя. Смотрите, 4 выхлопных трубы. Ну, это для байкеров, это просто находка. Ну, такая интересная работа, со свалки сделанная. И гляньте, у него сколько, 3-4 колеса и пилы. То есть, это реально взрослая машина. Ну, там он что-то красит. Я подойду, здесь... Курятник вы видели уже. Ну, я вам сейчас покажу еще один секретный материал, который называется «Как стать скульптором». Вот у нас работает парень, красит, Боря, подготавливает. А там у меня мои детки, дочка и ее жучки-внучки. Вот так вот они попали в тюрьму на стройку. И вот... Играют, они бедненькие, у них своего дома нет. Они вот так вот, скажите агу-агу, агу, скажи так, агу-агу, кушать домой хотим, хотим, детсадник хотим, ням-ням-ням-ням, вот так, нам страшно, больно здесь работать, вот так вот, куколки на полу. Вот как стать скульптором? Надо жить на стройке. Все, мои дети в школу не ходят, они все на стройке, и вот так вот на полу бедненькие. И дочки вот так вот, смотрите, рисуют такую вот скульптурку. Так что такая у нас страшная ситуация. Все мы на работе, на стройке. И вот так тогда получается. Ну куда ты? Зачем ты трогаешь мне мою внучку? Ни глаза не выдалбывай мне. Ой, ой, как красиво. Боже, такая ты умничка. Какая ты. Ну, покажу вам. Еще у меня есть одна дочка. Она дочка, вон там он красит скульптуру. Здесь уже почти все на выходе. Наверху, глядите, уже крышу готовим. Ну, я отдельно вам покажу, что происходит наверху. Ну, а так, так у нас идет работа. А здесь идет покраска вот такой металлической скульптуры. То есть это в Белоруссии делает один скульптор. Ну, мы ее немножко подкрашиваем. И смотрите, какая оригинальная работа. Это будет охранник, крыс такой, который будет охранять этот объект. Ну, там он будет на входе стоять, там башни построим. Ну, со временем, кто следит за мной, увидит, что происходит, как будет этот крыс охранять вход. Ну, видно, вот идет расписывание. То есть у нас краски здесь как и масляные, ПФовские, и как у нас акриловые. То есть прекрасно они дружат между собой. И это идет подготовка, а это уже идет серебро. Да, серебро, правильно? Да. Серебро. Ну, с медью. И как бы, и, а то тоже вот и красный тоже. Это акрил, да? Да, это все акрил. Все акриловые краски, вот так они на металле проверены. 10 лет уже стоят, если по 20 лет мы заборы красили. То есть, ну, в принципе, краски нормально работают с этими скульптурами.